Всем добрый вечер. Сейчас хотел показать вам цыплят и рассказать, что, в общем, сейчас выводятся цыплята у клочки. Ну, не знаю почему, но у клочки начался вывод попозже. Ну, то есть вот эти вот 5 штучек, самых мокрых, вот 2, 3, 4, в общем, 5 штук. 5 штучек вывелось у клочки, остальные вывелись в инкубаторе. И это все цыплята я завтра отдам клочке. Не отдам их сегодня, потому что они... Ну, то есть там у клочки еще есть яйца. Вот эти 5 цыпляток из-под клочки. А завтра, когда у нее вывод закончится, я их отдам всех клочке. Здесь около 50 штук, я не знаю. Там еще в инкубаторе есть яички. У меня спрашивали показать инкубатор. Вот такой у меня инкубатор. Шкаф. Он самодельный. И там в нем вот 10 вот таких лотков. В общем, сейчас открывать не буду. В общем, клочка мне уже изначально не нравится. Ну, посмотрим, как она будет водить цыплят. Если будет плохо, то цыплята останутся без клочки. Сейчас я их посадил вот в ящик, поставил им водички. Чистой, без ничего, и поставил корма. И сейчас вот покажу. Вот так я их прикрыл. Вот малышня утятки сидят здесь. А старших вот отгородил и посадил. Ну, не старших, а те, которые покрупнее. Не фокусируется. Во. Вот этот страшненький. Он тоже сидит здесь. Он такой косолапый и лысый. Не знаю почему. В общем, ему уже скоро месяц, а он размером с недельного. В общем, вот такие утятки. И просили показать кур. Сейчас покажу. Сейчас сначала вам покажу гусят. Вот ходят гусятки. А куры? А куры вот сидят здесь. А еще вот мои курочки. Здесь 26 штук. И есть вот такой петушок Лигорн. Он маленький, низенький, ходит на носочках, чтобы казаться повыше. Надо его отправить в теплые края. Этого и вот этого рыженького. Он тоже очень маленький, в теплых краях веса наберет. Да, Петька? А еще вот хотел показать те, которые постарше цыплята. Вот я их перенес сюда. Пыльно как. Ну, в сарай, потому что завтра будет выводить клочка, и там уже в доме места нету, и я клочку с цыплятами буду садить на то место, где сидели эти цыплята. Они вот еще насест я им не делал, надо сюда будет поставить насест, чтобы они сюда садились. Да? Вот такие. Вроде все закрыто, но несколько курочек маленьких пролазят. Он бегает. Бздюшка маленькая. Вот так. Тут все старое валится. Это так все и было. Надо будет когда-нибудь разобрать. А, и вот, кстати, кто смотрел раннее мартовское видео про этих кур, то вы видели, что вот были две. Вот одна и вот беленькая. Маленькие-маленькие, такие две недоростки. В общем, они уже повырастали. Но вот если сравнивать обычного размера курицу и вот ту маленькую, вот посмотрите, какая разница. И эта маленькая тоже уже несется. Так что выросли все. Еще есть одна такая, непонятно, где она ходит. Она до сих пор не несется. Им вот будет в сентябре год. Но она нестись не собирается.
Я не знаю, где она прячется. Но она даже на курицу не похожа. Это до сих пор такой маленький, слабенький цыпленок. В общем, сарая еще нету. Я не знаю, наверное, тоже вылезла. И где-то гуляет. Ну, не знаю, с другой стороны. Нет. А, вот гуси. Постарше. Нету. Ну ладно, наверное, куда-то убежала. Не знаю, в общем, всем пока.